Код 217. Фаза Isla Spira Gateway. Передаю информацию в главный корпус корпорации Apollo Engineering от старшего инженера и ученого Сильвестра Лебовски, проект Gateway. Я хочу оповестить вас заранее, что это строго секретная информация и не подлежит дальнейшему распространению. Мы обнаружили еще 3 новых вида на острове, которую мы приготовили для фазы 7. Один из сегодняшних представителей весьма хорош изучен с прошлого проекта Теньява, и это дилофазавр. Скрытный и опасный ночной охотник, полагающийся на свое исключительное ночное зрение, которое позволяет ему видеть ночью к огнем. Обычно это особи передвигаются небольшими группами для охоты на крупную и не очень дичь, при этом всегда делясь ею с членами стаи. Их звуки, раздающиеся в ночи, пугают до смерти, и многие виды, услышав этот клокот, сразу пускаются на утек подальше в лес или в пещеры. Пока мы лишь слышали их крики и находили их следы по берегам рек, болот и густых чащ, где, скорее всего, не отдыхают днем, а ночью выходят на охоту на более открытые пространства. Наши дроны также пока не заметили объект. Также прошу заметить руководство, что крики дилофазавра были слышны при открытии фазы 6.5 на острове Isla Spira. Передаю небольшую запись. Еще отмечу, что нам так и не удалось найти данные особи там. Далее, отмечаю, главным инструментом охоты дилофазавра являются острые зубы, которые могут вызвать сильное и обильное кровотечение у их жертвы. Но еще страшнее, что их укус становится после захода солнца. Говорят, что в это время суток яд у дилофазавра становится все еще опаснее и вызывает судороги и галлюцинации у укушенного. Затем стая начинает есть жертву прямо живьем, и стоит отметить, что она не чувствует боли из-за отказа нервной системы. С людьми этот вид боится контактировать и старается держаться от наших построек подальше. Код 7. Будущий проект Gateway.